1 сентября 2022 года в средней школе номер 24 и лицее номер 46 нашего города Петропавловска-Камчатского откроются профориентированные IT-классы. В первую очередь в таких классах будет осуществляться серьезная подготовка по профильным школьным предметам, таким как математика, информатика, физика. Обучаясь в этих классах, ребята смогут получить углубленное знание в области стремительно развивающихся сейчас информационных технологий. Партнерами в организации этих классов выступят два учреждения высшего образования в нашем регионе. Это Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Камчатский государственный технический университет. Что это значит? А это значит, что к профильному обучению наших ребят будут привлечены ученые, преподаватели вузов, которые помогут сформировать более широкое объективное представление ребят о том, что такое эти технологии, каковы принципы их освоения. Вообще проект ориентирован на то, чтобы старшеклассники смогли оценить свои силы, способности в этой сфере и сделать осознанный выбор будущей профессии.